По полю танки грохотали, солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой. Машина пламенем объята, вот-вот рванет боекомплект, даже так хочется, ребята, и вылезать уж мочи нет. Извлекут из-под облока, поднимут на руки каркас, и залпы башенных орудий последний путь проводят нас, и залпы башенных. Полетят тут телеграммы родных и близких известить, что сын ваш больше не вернется. Старушка слезу смахнет, старик отец, и дорогая это не узнает, какой танкистом был конец. Карточка пылится на полке пожелтевших книг военной формы.